Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Ассасина. Блять, не знаю, по какому хер я появился около форта, блять. Твою ж мать. И тут же начинается бой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мортиры ебучие. Так, а как нам, блять? Сука. Ай-яй. Ай-яй. Ой, блять, сейчас меня наебашут, блять. Да сука, повернись ты нахуй. Давай. На, сука. Они уязвимы здесь, надо бить. Отлично. Только скажите, залп! Как хороший залп нам поможет. Залп! Еще разок. Кэп, удачная позиция. Блять, позиция не очень удачная, на самом деле. Подходящая дистанция. Нам надо повернуть. Мортира, блять, ебаный рот. Ох, сука. Вот это, блять, начало серии, мать ее. Давай, гони. Хорош. Так, дотянемся, блять. Дотянемся, маленько. Давай. Галчонок, блять, еб твою мать, сейчас что с этой хуйней стоит. Нет, блять, нихера себе. Твою мать, шторм-то откуда, нахуй? Они нас видят, капитан. Да серьезно, они нас видят, блять. Не может быть этого. Давай еще одно. Садитесь, хороший залп, капитан. Так. Уязвимое место, сэр. Оп. Нас серьезно подбили. Да, но серьезно, на тебе подбили, блядь. Блин. Давай, ой, блядь. Сколько всего. Они открылись. Тактика моим, сэр. Ой, блядь, пизданулся во что-то, да? Ладно, так даже, может, к лучшему. Нет, это не к лучшему. Скоро ой, сука. Бляха-муха, да давай, галка, бляха-муха, ебать твою надо. Поехали быстрее, твою мать. Ой-ой-ой, это была плохая идея. Блядь, меня там еще сейчас корабли наебнут. На абордаж? Нет, еще на абордаж нам рановато, блядь, немного. Твою мать, ну-ка, поехали. Может, мортиры, блядь, мортиры-то есть. За нами корабль, сэр! Кэп, удачная позиция! Кажется, один. Так, стоп. Мы пойдем ко дну. Сейчас. Блин! Старый выдержит, блин. Бой готов, блин! Подходящая дистанция. Я уже зачем въебался, блин, что-то. Стреляют! Все, пиздец. Это сильный форт-то был. А какого хрена я рядом с ним оказался, я не понимаю, блин. Я вышел из гавани, и все как бы. Было открытое, море прекрасное. А тут сейчас вон, блядь. Так, нахуй этот форт, короче. Я надеюсь, они меня не заметят. Все, погнали. Все паруса. Погнали. У нас тут, кстати, вон есть. У нас тут есть кусочек анимуса. Посмотри, территорию. Подожди, блядь. Кусочек анимуса у нас тут есть, имеется. Накидывай! Сейчас подберемся прям близко-близко к острову. Утесы, сворачивай, трави, трави. О, блин, даже пизданулись маленько. Но корабль не поврежден. Капитан в море. Где ты, гребаное говно? Где ты ведь на этом острове? Ну да, сейчас посмотрим глобальную карту. Глобальная карта Чинчорро. Чинчорро. Так, вот этот форт. Да, ну слушайте, мы вышли отсюда, блин. Оказались у этого форта. Чинчорро. Бля, Чинчорро, да, действительно сложно. Норма. Вот этот. А, это колокол. Колокол. Цель для убийства. Кстати, можно проследовать туда. А еще у нас. Где у нас задание-то основное? Ебаный рот. Так, сейчас не понял. А, эх, ебучий рот. Чё, как? А чё, как? Далеко-то. Это где хоть тут? Это в Насау, да? Ну, мы можем переместиться, в принципе, в любой момент, как бы. Я предлагаю съездить сюда, расхитители могил. Съездить сюда. Может быть, в форт пиздануть. Так, давай-ка мы отметим на карте. Сейчас возьмем анимус. Возьмем анимус. И туда похерачим.
Так, как тебя взять-то? Есть. На острове, интересно, больше нет ничего? Никаких там припасиков, запасиков. Блин, 3 километра херачит. Ну, недолго, недолго. 3 километра пройдем быстро. Может, какие-то кораблики еще позахватываем. Было бы неплохо, так как у нас... Что у нас по ресурсам, кстати сказать? Блять, ресурсов крайне не хватает. Вот корабль, сразу видно, блин. Выебываться на него не стоит. Английский... А, нет, испанский. Почему у него первый раз такой вижу? Желтый парус впереди. Да, не то, что наша посудина. Не то, что наша посудина. Я даже выебываться на него боюсь, блин. Обалдеть. Смотрится, конечно, шикарно. Так, капитан на паузе. Это что у нас такое? Фрегат, блядь. 38 уровень. Так, ну съебываем от него нахуй подальше прям. Не дай бог, заметит, блядь. Там шторм, что ли, впереди? Судя по всему. Так-то похеру, конечно, лишь бы на 9-й вал какой-нибудь не нарваться. А там тоже есть что-то, переход какой-то? Опа, там он есть, вижу. Стой, стой. А, нет, тут просто неизведанная локация, так что идем туда. Идем туда, заодно откроем место, наверное, для перемещения. Для быстрого перемещения. Все, входим в нейтральные воды. И нас тут никто, по идее, обижать, блядь, не должен. По дороге будем хватать ресурсы. Ром. 4 рома. А мы трюм сделали, да? Я уж забыл что-то в прошлой серии, по-моему. Или позапрошлой, да? Трюм, по-моему, я делал. Или хотел ли сделать? Чтобы больше перевозить всякую этого барахла. Вон еще у нас припасики. Так, вон там... А, это затопленный корабль, для которого нужен как раз колокол. Блин, очень вот эти миссии с колоколами интересные. Находить сокровища. Главное, ром, главное, чтобы тебя еще и не съели, блядь, при этом. Спросите, кто? Акулы, блядь. Так, тут кто такие у нас там? Шхуна. Бриг. Это бриг? Блядь, нихуя себе размеры какие, блядь, у бригана. Это испанцы, да? Да, венганцы. Но они меня трогать-то не будут, блядь. Санта-Клара. Мы же в нейтральных водах. Тут дозволено все. Ну, практически. Практически все. У меня садится клавиатура, блядь, вот что плохо. Если в середине, блядь, серии она сдохнет, нах, придется доставать другую. Тут выживший! Так, где выживший? Не вижу. Блядь, а где он? А, о, все, нашел. Спасли. Вон там еще груз. Отлично. Так вот, придется доставать клавиатуру другую. Она очень шумная. О, бля, кит нахуй. Хуя себе, блядь. Первый раз такое вижу. Кит, блядь. Справа заливает. Так, волна убийца, блядь, надо нам. Волна убийца, мать ее. Ебать, тут рот. Не-не, нормально. Охуеп. Нормально, нормально. Главное, чтобы не смыло никого еще при этом. Так, вон тут кто-то. Вон на плотике он плавает, блядь. Тут волна убийца, блядь, ходит. Он тут на плотике, блядь, плавает. Нашел место. А вот мы почти уже и доплыли. Все. Шторм, шторм вроде бы стихает. На плотике, блядь. Ну ты в натуре, блядь. Отчаянный тип ты. Надо поближе к скалам нам плыть. Там, может, что-то еще обнаружу. Или нам сюда и надо, на вот этот именно берег. Не с другой стороны, а с этой. Сейчас глянем. Что тут за... Кого надо мочкануть?
вражеские патрули, капитан. Че, блять? Где вражеские патрули? Тут ни одного. А! А где? Кто там патрулирует? Слушайте, походу с другой стороны надо. Сейчас окажется, что тут форт. Это будет очень плохо. Корабли-то я там вижу уже. Ой-ой-ой, блядь. Спустить бомбы Марселя и Марселя! За нами корабль, сэр! Фрегат! Фрегат? Испанские флаги! Кажется, один! Подальше, им надо... А что вы, блядь? Сразу так выебываться будете? Я не хотел. Ну они, между прочим... Держись крепче! Будет туда! Блядь, нихуя себе! Бли! Ударьте туда! Это их добьет! Бли! Ждем приказа! Ну, это очень крутой корабль, блядь. Меньше ход! Так, подожди, блядь. Целись, парни! Спустить паруса! Не суемся под пушки! Да как, блядь, нельзя пускать штурвал во время боя? Вы что, ёбнули, что ли? Тут скользко! Сука, я могу мортиры ебануть? Да, то нет, нахуй. Не будут их друзья! О, нихера себе мортиры какая-то моя. Давай-ка еще. Стреляю! Осторожней, капитан! Еще что ли кто-то? Блять, да хорош! Мы не справимся! Нужно время и гавань! Бли! Давай, давай, давай! Бли! У меня сколько мортирных? 10 штук еще осталось. Блять, не сдох нахуй. Двое готов! Бли! Нам хотя бы один вот этот затопить. У них много пушек, отходим! Слава! Идем на абордаж! На абордаж, говоришь? Идея неплохая. С абордажем-то. Спустись, паруса, ловим ветер! Они стреляют! Все наверх, отдать гроты! Да кто, блядь, стреляет? Это вот тот, блядь, да кто пизданул-то? Ах ты, сука! Так, все, абордаж. Сейчас мы заодно галку починим. Абордаж! Так, абордажные крюки. Это, кстати, такой серьезный корабль-то, блин. Это серьезный корабль. Я могу вот так отсюда пиздануть? Не могу, а могу. Так, безумие, безумие надо активировать, точно, блядь. Сук, не попал, что ли? Вот, надо, попал. И тебя попал. В двух захуяли. Ну? Так, есть. Зарезал, блядь, как собаку. Давай, пробивай оборону. Да что ж ты... А что ты делаешь? Защиту, точнее, пробивай. Ах ты, падла, блядь. Блин, тут они серьезные деньги. На, за борт его. Аккуратненько. Вражеских лазутчиков надо. Экипаж минус один. Так, здорово надо ебнуть. Хотя это не с топором. Блин, это мощный сучёныш. Так. Спокуха. Блять, захуярил. А че ты не бьешь-то его? За борт его выкидывай нахуй. Бля, этот топором не очень хороший. Не очень хорошая идея, бля. Давай. Пробивай защиту. Оп. Ага, отлично. Мне еще вражеских лазутчиков надо убить. А они там на втором этаже, блядь. Суки. Сейчас я всю команду, блядь, перережу, блядь. Заебете, блядь. Так, это что такое? А почему у меня череп нарисован? Не знаю. Да хватит, блядь, дайте мне наверх-то залезть. Пидор. Так. Готов, нахуй?
На палубу не пускать! А он сдохнет. Блин, а он не сдохнет так-то, да? Надо с пистолета его. На нахуй! Отлично. Да, но там у нас еще есть корабль, который нас атакует, между прочим. А мортирных ядер-то у нас и нету. Твою же мать. Так, как быть с кораблем? Ткани, металл, починить галку обязательно. Не, ну экипаж-то, наверное, все-таки тут прибавилось. Экипажа. Да, галка вылечена. Ну, парни, мы сходимся. Этот нас не видит. Не, он как бы видит, но не хочет на нас смотреть. Но мы, самое главное, сейчас пока что не в бою. Поймать ветер! Блин, 8 мортирных ядер у меня всего лишь. Это очень мало. Блин, ну неужели он меня засек, блин? Держитесь дальше! Ты сука. Меньше ход, убать парусов! Бля, он уже это самое. Так, 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 где? Блин! Ну он без парусов. Я вот попал. Только дайте знак, капитан! Блять, разброс просто гигантский какой-то. Готовы, сэр! Давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы сейчас этот захватим корабль, блядь. Бля, ресурсов будет. Кэп, удачная позиция. Полно просто. Блин! Отлично. Еще что-то подбили ему. Так, мортиры вообще выручают, блядь, вот в таких случаях. Блин! Мне, правда, чуть-чуть осталось. Все, 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 абордаж. На абордаж. Ох, все, мачты там попадали к херам. Это... 21 уровня. Конде де Толоса. И ресурсов много. Вот что хорошо. Спустить все, кроме гротов. Так. Сегодня спать. Уничтожить вот этих двух хуев. Сейчас уничтожим. Обороняйте пол. Запас пороха. А, запас пороха надо уничтожить. Так, один есть. Обороняйте палубы. Запас пороха с покупок. Блять, я не тебя выходил. Попался под руки на. Так, есть. Добыча будет нашей. Да, блять, тут ради... приходится сомневаться, что ли. Давай. Так, спокойно, дядя. За борт его. И этого тоже сейчас выкинем. Козла, блять. Так, все, ушел. Сам, блядь, вообще. Режь его, сука. Где я? Вот я, блядь, потерялся. Эдика потерял, блядь, в суете. Так, спокойно, куда, нахуй? Экипаж минус один. За борт. Угу. Тут сразу с троими бой веду. Давай его выкидывай, нахуй, отсюда. Так, 13. Это с этого, сука, сложно будет забить козла. Да хорош меня бить-то, блядь. Чё ты... О, его пизданули, да. Я зарезал. А я зарезал. Я руками начал его ебашить. Просто руками забил, блядь. Мне даже корабль галку чинить не придется, блядь. Как быть с кораблем? Оставить во флоте Кенуэя. Мортирные 4 ядра, экипаж 5 человек. Сахар, ром. Блин, но у него нету деревьев. И металла. Так, во флот. Кораблик-то хороший. Слушайте, нам надо, знаете, что сделать? Я только что сейчас вспомнил. А нам надо корабли отправить. Неплохое прибавление. Так, где я, блин? Мне надо туда. Сейчас мы... Если все нормально будет, спустимся в каюту и посмотрим, куда можно корабли отправить наши. У нас корабли-то есть. То есть мы их можем на какое-то задание отправить. Правильно? Правильно. Нас носит к берегу! Блять, чем это меня нахуй пиздануло? Скалы, что ли, подводные? Пиздану, как сильно. Четверть, блядь, ячейки сняла, блядь.
Так, вот, все. Отпускай штурвал. Стелла Майя. Тайны. Здесь, кстати, какие-то кошки бегают. Ну куда ты, Эдик, блядь? Я вот сюда хотел войти. Войти, блядь. Подожди. Сейчас мы посмотрим. Перейти к флоту. Флот Кенуэ. У нас Санта Гертрудис. А где корабли-то, блядь? Как менять-то на? Обменять на самом... Добавить к флоту? Вы хотите оставить захваченный корабль? Ну да, чё, почему нет? Так как? Оставить? Или отказаться? Ну, у меня док есть один. Почему я не могу? Так, Геркулес. Брик. А как поменять-то его? Я могу? У меня же до хера их, блядь. Захваченный корабль. Док доступен. Обменять на самоцвет. Блин, брик я не очень хочу, на самом деле, брик. Давай обменяем на самоцветы. Конта де Толот. Вот это, блядь, надо оставить. Добавить к флоту. Так, все есть. Успех. Задание. Святая Ева Мария. Первое дело. Возобновить. Так, Мексиканский залив. Выбор рискованного маршрута. Выбор рискованного маршрута. Что, сука? Выбрать маршрут. Морская карта. Флот. Мексиканский залив. Залив, блядь, да. Залив, на. Дипломатия. Рио-де-Жанейро. Дипломатия. Кого нам тут отправить? Шанс на успех 96%. Это шхуна. Я если выберу. Как выбирать-то? Так, 93. Гордость Адриана. О, Санта-Луиза. Это, кстати, тоже брик, да, ведь? Вон, Конде де Толос. Фрегат, блядь. Сразу, нахуй, фрегат, блядь. Давай отправим туда. Корабль ушел. Доброе дело. Так, где у нас тут еще? Санта-Луиза. Отправить корабль. Ушел. Ага. Ну-ка. Здесь еще у нас американская мечта. Шанс 98%. 95%. Ну, блядь, 98% большой же процент. Что, блядь, ебанут, что ли? Ушел корабль. Новые горизонты. Так. Шхуна. 95%. Вперед. Все, кораблики у нас все отправлены. Все отправлены. Все ведь отправлены? Ну да. Выйти из слота, да. Итак, а теперь мы, кстати, тут что-то... Я не помню, а здесь ведь... Нет, здесь, наверное, корабль-то мы не можем улучшать, или можем? Снарядить корабль, погоди. Купить улучшение галки. Ух ты. Так, корпус. Бортовые орудия. Я могу здесь снаряжать и корабль. Стоп. Бортовые орудия. Я броню хотел сделать. А что мне не хватает? Да брони... Блядь, 200 деревяшек надо. Блин, бортовые орудия тоже бы надо сделать. 13 боевых орудий. И мортиру бы я бы сделал. Как мы сейчас убедились, мортир — это вещь. Водолазный колокол. Сука. Броня шлюпки. И броню шлюпки не могу сделать. Броню бы сделал. Ладно, подождите, давайте подкопим на корпус. Корпус очень важен. Стоит недорого, 4000. Ну, сука, нужно 200 деревяшек. Ну, а мне продать есть еще, кстати? Ром мы можем продать. Так, сахар, во-первых. Ну, на косаре, чего нет-то. Подтвердить. Сахар нахуй нам. Сахар есть. Ром. 1300 рома, блядь, хуя себе.
Ром продан. Нормуль. А купить я могу? Блять, купить я могу только улучшение. Я думал, деревяшек бы купить сейчас, да и все. Интересно, дорого стоит? Все, погнали. Копим, значится, на корпус все-таки. Там, может, и на ядре останется. Где я тут? Блять, ну я же подплывал ближе. Че, как далеко-то? Далековато как-то. Между прочим. Остров Пинос. Стелла моя 2, точки обзора 1. От сундуки 6, блять. Тайны 1. Задание. Так, задание американской мечты. Откройте флот. Есть. Выполнено одно задание. Это вот как раз. Сейчас мы корабли отправляли. Есть еще новые горизонты, тоже выполнено. Запретная зона, между прочим. Тут кто-то есть, хотите сказать? Блять, я думал, остров-то необитаемый. Ну, пока и не видно никого, если уж на то пошло. Блять, народу-то здесь, ебаный рот. Вон ходит, блять. А, у меня есть трубка. Нет, сонный. Блин, надо нам яд сделать. А как его сделать? Где его взять? Контракт на убийство. Это здесь же, правильно? Ну-ка. Ну, где-то здесь же должно быть. Вот Стелла Майя, кстати. Меня засекут, если я вот так вот обнаглею, блядь. Эх, нихуя себе. Так, погоди-ка. А, между вот этими подсвечивающимися надо. Ну так вот. Доберитесь. Сейчас доберемся. Мне надо их как-то ёбнуть. Давай-ка. Мы вот тут посидим. А у него безумие-то тоже ведь проходит, смотрите. Так, он увидел кого-то. Двоих захуячили. Не, ну минус 2 это как бы неплохо. Блин, нету дротиков, а? Кончились они у меня. А как я, может, могу сделать их? Так, погоди. Снаряжение. Нет, не то. А, подожди, боеприпасы. Дротики, яд берсерка. Ремесла. Сумка для дротиков. А сами-то дротики я могу сделать? Пистолеты. Ну, наверное, могу. Где-то. Ладно, тут он хер где-то один ходит. Надо его как-то он забить. Точнее, 2 хера. А спрятаться-то и негде. В пирамидке-то, блять, точнее, 3 хера. Тихо. Спокойно, дядя. Вот этот свист услышит? Хотя бы одного уж снять. Иди сюда. Так, этот услышал. На нахуй. А я его замочу. Я его мочить-то не хотел как-то. Ну уж ладно. Так, давай кулаки возьмем. А где они все? Вон еще один ходит.
Сейчас он отвернет. Блин, там народу-то сколько в этой пирамиде. No dejéis piedra sin alzar ni arbusto sin remover. Piedra, блядь. El tesoro podría estar en cualquier parte. Печально то, что там спрятаться негде. Вот что плохо. Avisadme si veis algo, lo que sea. Alto ahí. Alto. Блядь. Ладно, мы сейчас так и этого еще тоже снимем. Давай, не уебывайся, мужик. Взять боеприпасы, кстати. Ну-ка нахуй. Может, дротики есть? Пули. Ну, пули тоже неплохо. Пули тоже неплохо, но... Так. А где они все? Registrad cada centímetro de este lugar. No dejéis piedra sin alzar. Блин, они наверху, ёбаный. Solo podría estar en cualquier parte. А я могу здесь залезть? Нет. Там и сундук есть, между прочим. Avisadme si veis algo. Lo que sea. Кто, блядь, палит мне? Откуда, нахуй? Снизу, что ли? Да вы чё? Ну чё ты стоишь-то, мужик? Блядь, там он ещё один идёт. Никого. У кого карта? Я должен посмотреть сам. Ну, блядь. Сука, тут нельзя залезть-то, блядь. О, тут можно. Тут есть кто-то? Ба. Так, тут никого. Птичка. Птичка, птичка, птичка. Сейчас, все, нормально. Добрались хотя бы до точки обзора. Сейчас посмотрим, что здесь есть. В принципе, тех сейчас замочим. Ничего сложного там в этом нету. Так, активировать орлиное зрение. Я могу вот туда спрыгнуть. Но я не хочу туда прыгать. Вот в чем дело-то. Вот тут где-то ходят двое. А где они? Так. И где-то ведь сундук. Вот сундук уже нашли. Есть. Убить. Эх, нихуя. Давай, пробивай за это. Ладно, хорош, что меня бить-то, блядь, пидор. Давай, скидывай его, блядь. Пошел, 1000 реалов. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ладно, блядь. Хуя себе, это он мне как сошвырнул. Сука, меня сейчас стрелять будут. Ай, суки. Ай, суки. Так, готов, да? Так, мужик. Ну ты, блядь, в упор тут не херачь, блядь. Это сверхнаглость, дядя. Где-то еще один есть. Наверху, что ли? А, нет, не ты. Блять, а где? А, внизу, наверное. Так, ладно.
это он, я вижу, кусочек анимуса. Не есть. А что здесь ты делаешь-то, мужик? Ты где вообще есть-то? Вот он. Готов. Готов, оттаскивай. Сейчас мы с вами доберемся до клада. Этого хера замочили. А нас тут, собственно говоря, ничего уже и не держит. У нас задание... А, карты есть. Эх ты, блядь. У нас задание-то было замочить вот этого самого мужика. Так, копай. Ну, это мы найдем сейчас опять, наверное, этот самый камень. Правильно? Да. Еще один. Камни мая. Здесь их два. Вот так нихера себе. Новости. Ой, а тут нету защиты-то, блядь. Ладно, хуй с ним. Так заебаем. Где? Опа, стрелять сейчас будут. Волки, блядь. Куда делся он? Хуй я знаю. Ну, хорош. Хорош, дядя. Так. Ребята, ой, блядь, как его поебали. Ой, как его. Стойте, у них, ну, дротиков-то я вот сомневаюсь, что у них... Да куда ты, блядь? Я сомневаюсь, что у них дротики есть. Пистолетные пули, согласен. Пули вот обычные, да. В голову, блядь. И где-то здесь есть сундучок. А где, блядь? Где-то здесь. И где же, блядь? Я тебя слышу. Но не вижу, а вот и вижу. Сундук. Вот, дротики яд, отлично. Давай смотреть, где у нас тут чего. Здесь вот у нас есть карта, труп. Ну, в любом случае надо сюда идти. 40 метров. Он прямо где-то рядом. Да какая, блядь, запретная зона? О чем вы? Блядь, дедик, нахуй. Отпусти, нахуй. Тут и два сундука где-то. Обычно трубы-то с картами на берегу, а тут нет, просто валяется. Странно даже как. Вот повезло, так повезло. Карта сокровищ. Где это я? 327-334. Угу. А я? 338. Понятно. Ну-ка давай погнали. Теперь мы за сундуками. Как их взять и где они, собственно говоря, лежат? Где-то здесь. Парочка сундучков. Да, смотрите, оба здесь. Хуяк. Серебряный крест. Давай-ка. Еще серьги с жемчугом. Есть. Дальше. Дальше мы идем. Куда? Дальше мы идем. Сюда. Наверное, правильно? Блин, можно было сюда. Ну, сука, долго уж больно. Здесь поближе, мне кажется. Это ведь у нас остров, правильно? Да, остров Пинос. Ну, я не думаю, что он прям большой. Прям огромный. Итак, Стелла. Взаимодействовать. Я, кстати, этот тут регион помню немножко. Почему-то. Есть, готово. Доберитесь. Тут сундук-то где? Сундук где-то справа. Ну он хуй пойми где на самом деле. Тут же как бы не пришлось слезать просто.
Сундук. Блин, а где сундук-то, ёпты мать? Эй, я его слышу, блин, даже. Вон. Блин, придется опять наверх ведь залезать. Там этот гребаный анимус лежит. Чёрт, туп, ну, сука, я ж думал, он здесь. Повыше. Изумруды, блядь. Давай залезай, хуй, обратно. Тут нельзя по траве залезть. Ладно. Так залезем. Твою мать. Где дерево-то? Вот дерево. Сейчас прыгнем в воду. Заодно клад найдем. И пойдем, наверное, или поплывем вдоль берега, что хер его знает. За тем кусочком анимуса. Давай еще одну эту херь выкопаем. Еще один камешек. Ну что, выкопали? Сейчас остров закончим. Пополним коллекцию. Пополним коллекцию. Камень Майя. Угу. И пойдем мы с вами вот сюда. У нас как раз, наверное, останется. Да, один сундук и один анимус. Надо как-то туда еще забраться. Лодка. Я что-то вот это помню. Здесь в этой бухте что-то было. Хер знает. Может, потом мы с вами это выясним. Вон анимус вижу. Анимус вижу. Как бы залезть. Хуя знает, да? Не понял. Не понял. Вдвойне. А, все. Кажется, понял. Есть. И сундук где-то там он лежит. И все. Локация у нас тут будет сделана полностью. Да тем более и там кораблик наш. Отлично, остров Пинос. Все, на 100%. Все секреты, все сундуки, все найдено. Вот у нас тут даже лодка припаркована. А галка-то где, что-то не пойму. Галка далеко. Ну и хуй с ней. Сейчас вот, хоп, вернуться на корабль. И не ебет, где галка. Вот галка, припаркована. Ну чего, господа и дамы. Блин, там он, испанцы. Господа и дамы, давайте-ка посмотрим на карту, решим, куда нам плыть в следующий раз. Может быть, крепость, это что такое? Кабо Крус. Погоди, это сложно? Сложно, блядь. Это сложно. Кабо Крус. Ну, или же есть вариант какой? Есть вариант. Неизведанная локация. Хм. Хибара, блядь. Легко. Твою мать, я сюда переместиться не могу. Но могу сюда. Соленую лагуну. Соленая лагуна. Здесь что? Хиба. Эльютера. Тоже легко. А погнали мы с вами. Сейчас переместимся в Кэт Айленд. Вот так вот пройдем. Ебань. А, слушайте, давайте пройдем Андреас Айленд. Вот так вот пройдем. Через Эльютеру. Захватим ее. И пойдем на задание. Хули бы нет. Погнали. Как переместиться-то? Control. Подтвердить, подтвердить. Отличная идея, между прочим. Там недалеко получится. Но весь этот путь мы проделаем уже в следующей серии. А вы думали, блин, хорош. Все, с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.